Друзья, всем добрый вечер. У нас сейчас в обзоре фонарь Alight Javelot модели. Он дальнобой. Работает от трех маленьких аккумуляторов, либо от двух 18650. Гладкий рефлектор, диод XPL. Новая модель. Это тактический фонарь. Кнопка включения находится на торце. Включаем, и он дает световой поток где-то до километра. Очень мощный, сфокусированный. Можно менять режимы. Тут несколько режимов работы. Фонарь, как видите, очень мощный, очень дальнобойный. Вот здесь светло, но тем не менее пробивает, как видите, очень сильно. Это, скажем так, идеальный дальнобой. На расстоянии 100-200 метров слепит просто сумасшедше. И довольно компактный, легкий, как для такого дальнобоя, очень идеальный вариант. Так, еще один шикарный фонарь, который скоро поступит в продажу, это новая модель мародера X7R. Здесь встроенный аккумулятор, USB Type-S разъем, 3 мощнейших диода XHP70, и он выдает фантастические 7000 или 12000 люмен. Давайте вот мы включим в слабом режиме сначала. Он в таком режиме, представьте, работает месяц целый, 30 дней. И давайте сейчас выключим, включим сначала режим турбо, а теперь два раза еще режим овертурбо. Вот в таком режиме, друзья, он может работать где-то 3-4 минуты. Очень дикая светимость, освещает все вокруг. Он, конечно, не такой сфокусированный, но световой поток до 400 метров. И можно включить, конечно, режим стробоскопа. Если вы три раза нажимаете, работает мощнейший стробоскоп, который показывает ваше местоположение на очень большом расстоянии. Вот это турборежим и овертурборежим. Шикарный мародер, новая модель, зарядка USB Type-S скоростная, то есть вы за ночь зарядили его, и он может работать до месяца. Еще одна модель Alight, которая скоро поступит в продажу, вернее уже в продаже, это мощнейший P50 Pro Seeker. Он поставляется в разных модификациях, здесь версия с магнитной зарядкой, он магнитный, то есть можно установить на любую поверхность, вплоть до автомобиля, и здесь несколько режимов работы, давайте мы сейчас протестим. Это слабый режим, на 10 люмен он работает около суток в таком режиме, и сейчас давайте посмотрим режим максимальный, то есть видите, очень, очень большой световой поток, где-то порядка 250 метров, работает от одного аккумулятора 26650, очень мощного. Также можно включить стробоскоп тремя нажатиями. Вот вас видно будет за километра полтора-два с таким стробоскопом. И можно менять режимы, опять же, чтобы подобрать наиболее оптимальный. Это шикарный фонарь. Такая подсветка у него остается после включения. Тоже на диоде XHP70, очень мощном. И заряжается с помощью магнита, то есть можно за 2-3 часа фонарь полностью зарядить, плюс, возможно, быстрая замена аккумулятора. Есть функция блокировки фонаря, чтобы он случайно не включился, вы его блокируете долгим нажатием, потом при попытке разблокировать, при попытке включения, вернее, вылезает вот такая вот красная индикация, долго нажимаете, где-то секунды 3, и фонарь включается, можно уже дальше его использовать в максимальной мощности.